Привет, друзья! Фокусы с картами обучения от моряка снова с вами на прямой связи. В этом видео я хочу показать вам фокус Пола Гордона, который называется «Это невозможно». Ну, а что же на самом деле возможно и невозможно, вы узнаете, досмотрев до конца это видео. Погнали! Итак, друзья, давайте посмотрим с вами, как выглядит фокус Пола Гордона, который называется «Это невозможно». Итак, для этого фокуса мне понадобятся тузы. И для этого фокуса мне понадобятся короли. Чтобы понять, что возможно, а что невозможно, я возьму и таким вот подлым образом неразлучных королей разобью на две части. Двух положу сюда и двух сюда. И каждому из королей, каждым королям, я добавлю по два туза, для того, чтобы они их сторожили. Но наши короли – это очень ловкие и проворные малые. Стоит им только захотеть, как они вновь сбиваются все вместе. Сбиваются и убегают. А мне оставляют лишь те карты, которые у них всегда на руках. А именно, рояль, флеш на пиках. Вот такой вот фокус, который придумал известный фокусник Пол Гордон. Друзья, прежде чем придем к обучению фокусу, я советую подписаться вам на мой канал, чтобы быть первым, кто увидит новое видео. Для этого прямо сейчас кликните по иконке с изображением корабля и добро пожаловать на борт. Ну что ж, а мы тем временем переходим к обучению этому фокусу. Итак, друзья, давайте разбираться, как выполнять этот фокус, который придумал Пол Гордон. В одном из недавних выпусков я вам показывал такой прием, который называется Elmsley Count. Он же отсчет Elmsley, он же призрачный отсчет. Итак, как раз вот в этом фокусе и применяется этот прием. Возьмите 10 валет и дама пиковой масти. Возьмите 4 королей, возьмите 3 тузов. Причем 2 туза черных и 1 туз красный. Теперь давайте сделаем подготовку к фокусу. Берем пикового короля. Помещаем его под пикового туза. Под них кладем крестового туза. И наверх кладем любого красного туза. Подготовка с тузами есть. Далее, берем валета, на него кладем десятку, на нее кладем даму, берем красного короля, снизу кладем, крадем красного сверху и накрываем все это черным королем. То есть, вот такая вот подготовочка у нас проведена. Теперь нам необходимо зрителю сказать, что для этого фокуса я возьму тузов. Не говорите, что их 4. Когда вы будете перелистывать, вы и так 4 раза лиснете карты. То есть у него и так создастся иллюзия, что тузов действительно 4, хотя на самом деле он 1. Если вы скажете, у меня 4 туза, да, то он, скорее всего, он обратит внимание сразу на червовую масть, на том, что она появляется сначала и потом она появляется в конце. Итак, почему необходимо положить именно красного туза наверх? Для того, чтобы создать иллюзию, что красных тузов 2 и черных тузов 2. То есть, смотрите, мы положили красного и делаем пересчет. Вот он у меня второй раз вылез, да? Если же мы положим красного вниз, а черного положим наверх, то мы перелистаем карты так, что у нас 3 раза мелькнут черные тузы и лишь 1 раз мелькнет красный туз. То есть, смотрим, 1 черный, 2 черный. 3 черные. К тому же, черви и буби все-таки как-то похожи, да, и не особо внимательный зритель сразу не подметит. А вот пики и крести различаются сильно, поэтому они будут заметны сразу. Итак, положили, значит, мы вот таким вот образом карты, собрали и демонстрируем зрителю, да. Говорим, что у нас для этого фокуса я возьму тузов, переворачиваем. Начинаем отлистывать красного. Раз. Опс, 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 опс. Король у нас вот здесь лежит. Итак, начинаем отлистывать красного. Говорим раз. Ну, не говорим раз, просто отлистываем, да? Далее подносим сюда за второй картой, чтобы слистнуть, да, якобы. Но в этот момент мы делаем Elmsley Count. Красного возвращаем под низ, а этих две карты забираем. Забираем короля и туза. Сейчас у меня 2 карты здесь. Далее я также подношу, забираю 3-го туза, якобы, крестового. И забираю червового. Сразу же их переворачиваю вниз.
То есть смотрим еще раз, да? Переворачиваем, говорим зрителю, у меня есть тузы. И сразу же перевернули. Потом берем вторую стопку и говорим, у меня есть короли. То есть как у нас лежат карты сейчас, да? То есть король, три карты, которые надо спрятать, и сверху также два короля. Итак, начинаем показывать. Короли, да? Не говорим, что их четыре, говорим просто короли. То есть для зрителей и так понятно, что королей четыре. То есть отлистываем раз. Далее делаем эмсликан тут с этими тремя картами. Три карты я здесь смещаю. Три и поверх еще вот этот вот король, да? Вот они. То есть смещаю короля. Смещаю четыре карты, захватываю их. А короля крестового возвращаю под низ. Захватываю третьего короля и типа четвертого, да? То есть еще разочек. Сказали тузы и короли. И отлистываем королей. После этого переворачиваем и начинаем болтовню. Говорим, что для того, чтобы понять, что возможно, а что невозможно, я разобью королей на две группы, да, в этот момент делаем двойной подъем. И вот эти две карты поднимаем как одну. Валет и десятка, да? То есть поднимаем как одну. Советую их вам немножечко выгнуть вот так вот во время подъема. Потому что когда вы положите, если ровные карты, есть вероятность, что они маленечко начнут разъезжаться. Если же они будут немножечко вот так согнуты, то им уже будет сложнее разъехаться. То есть кладем сюда две карты как одну. Вторую карту сюда кладем как одну. Остается у меня три карты. Я захватываю их вот таким вот способом. То есть большим и средним пальцем. И говорю, что двух королей я положу сюда. В этот момент большим пальцем я сдвигаю одного короля, а два у меня остаются вот здесь вот. Здесь, собственно, у меня три короля, да? То есть я сдвигаю и говорю, и двух я положу сюда. То есть у меня здесь два, здесь один. То есть кладу этих двоих и кладу этого поверх. Далее нам нужно будет этого короля поднять и под него бросить тузов. И говорим, что к этим королям я приставлю по два туза, да? То есть на самом деле мы кладем короля пик и туза пик. И этих двух тузов, здесь у меня действительно два туза, мы поместим к этим двум королям. Просто поднимайте, и вот в этот момент, чтобы исключить возможность того, что начнут эти нижние две карты разъезжаться, да, чтобы быстренько скрыть это мгновение, просто берете их туда и так вот прям хоп и кидаете сразу. То есть получается, что вот этих вот двух тузов, мы кинули вот на эти две карты. То есть они лежали вот так вот, мы взяли их и сюда вот так вот бросили. Ну, говорим, что короли малые, проворные, да, и так далее, там какую-нибудь свою историю можете рассказать. Щелкнем пальчиками. И наши короли вновь собираются вместе. То есть здесь у нас короли, между ними тузы и один король снизу, да. То есть для демонстрации королей мы опять же используем Алексликант. Точнее, не Алексликант, а Элмсликант. Просто этого Эмсли звали Алекс. Алекс Элмсли. Итак, делаем, значит, забираем первого короля. Далее делаем Эмсликант. Вот с этими вот тремя картами. Беру первого короля. Делаю Эмсликант тремя картами. Короля первого загоняю под низ. Его там оставляю, эти забираю. Забираю этого, забираю этого. То есть мы показали так, как будто здесь одни короли. Как будто короли собрались вместе и ускакали. А вам оставили лишь те карты, которые у них всегда на руках. Да? И здесь мы начинаем показывать рояль флэш. То есть можем кувыркнуть их вот так вот. И карты здесь уже разложены как надо. Вот так вот. Вот такой вот прикольный фокус. Если вы владеете Эмсликантом, а владеть им, собственно, несложно. Ну, поучиться, конечно, придется, но это уж не такой уж сложный прием, чтобы его не освоить.
Вот, и может смело после этого брать этот фокус себе на вооружение. Ну что ж, друзья, с вами был Куликов Сергей, он же Моряк. Подписывайтесь на канал, чтобы быть в курсе всех последних событий и первым смотреть новые видео. Пока!